Так, у нас времени 38 минут. Давайте сделаем еще один процесс. Много мы не успеем, но кое-что сделаем. Так, а именно значит, давайте. Вот интересно есть процесс. Значит, можно сейчас страх успеха, а можно еще вот. Отпустим недостаток. Сфокусируйте внимание на какой-то области, в которой вы ощущаете недостаток или желали бы иметь больше. Ну, это что угодно может быть: деньги, отношения, здоровье. И обратите внимание на свои ощущения. Какие у вас возникают ощущения, когда вы там обращаете внимание на эту область своей жизни? Разрешите себе испытывать эти ощущения, принять их и загляните глубже. Что скрыто под этими ощущениями? Стремление к одобрению, к управлению, стремление к безопасности или стремление к единству разобщенности? Выберите одно из этих стремлений, которое сейчас представляется наилучше описывающим. Позвольте себе его почувствовать и, пожалуйста, наилучшим образом, на который вы способны, отпустите это стремление. Позвольте ему рассосаться, раствориться, исчезнуть. А теперь я спрошу вас, могли ли бы вы быть открытым, быть открыто, открыться ощущению, что у вас достаточно, что у вас изобилие в этой области, о которой идет речь. Изобилие материальное или изобилие в отношениях и изобилие в здоровье. Могли ли бы вы разрешить себе хоть на мгновение почувствовать изобилие в этой области? Насладитесь этим ощущением. И снова обратите внимание на эту же самую область своей жизни или иную какую-то область своей жизни, в которой вы желали бы большего или ощущаете недостаток. Позвольте возникнуть ощущением естественным. Разрешите себе ощутить их и загляните
то, что лежит под ними. Что там? Стремление к одобрению, стремление к получению одобрения или к получению неодобрения, стремление к управлению или чтобы вами управляли, стремление к безопасности или к опасности, к смерти, стремление к единству или разобщенности. Выберите одно из этих стремлений, которое сейчас представляется наиболее сильным, и позвольте себе ощутить его. Позвольте себе принять его, а сейчас позвольте себе отпустить это стремление наилучшим образом, на который вы способны. Позвольте этому стремлению раствориться, исчезнуть. Или же задайте себе 4 вопроса, которым мы учились вчера. Это мог бы я принять это стремление, желание, да или нет? Мог бы ли я отпустить это стремление, да, нет? Хотел ли бы я отпустить это стремление, да, нет? Когда? Сейчас. Хорошо. Так. Смотрю свой план. Значит, смотрю на время. Будем считать пока что официальную часть семинара законченной. Этот семинар был по применению Седона метода к очищению своих целей от подсознательных, паразитных подсознательных убеждений. И времени для этого, конечно, мало. Я рассчитываю, что мы хорошо поработаем с ребятами в Москве в воскресенье. А теперь, значит, если давайте обсудим, если есть вопросы.